помочь. Ну и зачем мы это сделали? Даже не знаю. И как мы теперь выберемся? Походу, мы очень глубоко закопались. У меня есть идея. Мы полежим, отдохнем, подождем, может, кто-нибудь придет. А может, не придет. Так, давай не будем думать о плохом. Нас все-таки заберут. Ура! Кажется, помощь пришла! Так, ребята, где вас носит? Я уже обошел весь пляж. И почему вы закопаны? Если что, это была не моя идея. Я тут совсем ни при чем. Кстати, у меня появилась идея. Давайте устроим 24 часа в песке челлендж. Ух ты, классная идея, давайте. Я только за. Это ты здорово придумал. Ребята, мы находимся в солнечной Турции, в удивительно красивом месте, в отеле Liberty Likea. Здесь невероятно прозрачное море и крутая природа. Ну что, пока ребята находятся в песке, я буду давать им разные задания. А выполнив их, они будут получать приятные бонусы. Ну, а перед тем, как мы начнем наш челлендж, обязательно подпишись на наш канал, если ты это еще не сделал. Проверь, какого цвета твоя кнопка под видео. Если она красная, то обязательно нажми на нее и не забудь поставить лайк. Итак, ребята, у меня к вам первый вопрос. Как долго вы находитесь в песке? Ну, я думаю, где-то часа два точно. Ты что, часа три как минимум? 3 часа? Это довольно-таки долго. Наверное, ребята хотят попить водички. Ух ты, было бы неплохо. Я очень хочу пить. Я бы тоже не отказался, у меня в горле пересохло. Ну что, я подготовил 2 стакана с водой. Но просто так я ребятам ее не отдам. Я положу стакан вам на голову. И кто больше продержит его, не разлив ни капли воды, тот и получит водичку. Вы готовы? Да. Я сделаю все возможное, чтобы больше продержать этот стакан, чтобы попить водички. Ага, размечтался. Я дольше продержу этот стакан. Итак. Готов? Все. Я убираю руку. Тёмыч, ты готов? Да. Держи свой стакан. Так, у тебя голова неровная, кажется. Все. Есть. Ну что, сидим и ждем. У кого упадет стакан первый, тот останется без воды. Я 100% ее выпью. Я не шевельнусь ни капельки. Очень сложно. Но я все равно выиграю. Нет. Есть! Вода моя! У него упал стакан! У меня сейчас тоже чуть не упал от радости. Нет, безнадежно. Ну, хотя бы чуть-чуть. Нет. Ну что, я тебя поздравляю, ты заслужил эту прохладненькую, эту вкусную водичку. Ну как? Найс. Хочешь умыться? Нет. По правилам челленджа ты воды не получишь, но я могу тебе просто немножечко освежить. Ты готов? Да. Только не вздумай пить. Пить нельзя. Несмотря на то, что ребята получили порцию воды, но им очень нелегко. Это челлендж для них настоящее испытание. Поэтому я вас очень попрошу поставить им лайк. Не пожалейте. Так, ребята, мне надо ненадолго отлучиться. Минут так на 30. Так что будьте хорошими мальчиками. Нет. Я скоро вернусь. Пожалуйста, нет. Нет, пожалуйста. Блин, как же жарко. Солнце так сильно печет. Куда он делся? У меня все лицо горит. Ну что, ребята, привет. Я уже вернулся. Наконец-то. Мы уже здесь все жарились, пока ты там шел. Ты где пропадал? Ты где пропал-то, а? Я приготовил для вас новое испытание. Я сходил в магазин, купил крем для защиты от солнца, чтобы ваша кожа кайфовала, когда на вас светит солнце. Ребята, вы готовы к новому испытанию? Вы готовы, дети? О, кремчик, это то, что нужно прямо сейчас. Мне бы тоже не помешал крем от загара, а то у меня вся кожа горит. Этот крем я просто так вам не отдам. Вам придется его заслужить. Вам придется поработать. Что нужно делать? Говори быстрее. Я готов ко всему ради крема. Я приготовил для ребят 2 пинг-понг шарика. Я положу их перед вами. На счет 3. Каждый из вас должен будет дунуть всего лишь
один раз. И чей шарик окажется дальше другого, тот и получит крем для загара. Ну что, вы готовы? Да! Тогда 3, 2, 1! Ну конечно, мы не закопали его прямо в ямку. Ну это что это такое? Тьфу. Какую ямку? Ну, вот яма. Дунь. Вот и нет ямки. Ура, хоть в этом-то мне повезло. Таня, с победой. Блин, мне придется дальше печь на солнце. Добро пожаловать в самый прекрасный и самый дорогой спа-салон этого города. Вы хотели крем? А я его посетитель, да. Да, да, да. Да, хочу. Я... Все, держите. Самое главное, не открывайте рот и хорошо. Глаза. А. Так, нос, нормально. Нос. Самое первое, что горит на лице, это нос. А, надо да? нам сберечь нос. Что происходит? Все, вроде. Меня слепили. Теперь ты в полной защите от солнца. Теперь я полностью ослеп. Я, кажется, ослеп. Ну что, я приготовил ребятам небольшой бонус за небольшое задание. Кто ответит, тот получит охлаждающий душ. Давай. 2 плюс 2 умножаем на 2. 6. Ой, да, 6. Камильчик, держи. Готов? Да. Как классно! Я сегодня добрый, Тёмыч. Ладно, и тебе устроим. Спасибо. Тропический душ. Ты счастлив? Возможно. Фу, жарище. Пойду немножко окунусь, да и полежу, отдохну. Ладно, ребят, давайте увидимся через... Нет. А мы? А как же мы? Через полчаса увидимся. Опять? Опять? Ребят, смотрите, что я нашел. Подушечка под голову. О, как хорошо. А как же нам? О, ладно, я пойду полежу. А мы? Немножко отдохну и вернусь к вам. А мы тоже хотим. Нет, пожалуйста, дай нам чуть-чуть, хотя бы на 5 минуток. О, подушечка просто класс. Фу, вот это да, супер. Ты вот только посмотри на него, зажарил нам подушку. Жарина! Надо как-то выменить эту подушку. О, есть идея. Мы готовы выполнить твое задание, чтобы мы получили подушку. Мне не послышалось, вы хотите выполнить задание, чтобы получить мою подушку? Да, да готовы. Ребята, скажу вам честно, подушка, ну, очень удобная. Она такая мягкая, она такая комфортная. Кому-то из вас повезет сегодня. Так что нужно делать, чтобы получить подушку? Кто любит жвачку? Я. Кто умеет надувать пузыри? Я. Не понял. Кто умеет надувать пузыри? Я. Ты не умеешь надувать пузыри? Нет. Но я тебе хочу сказать, что в этом раунде тебе придется постараться это сделать, иначе ты останешься без бонуса, потому что следующий челлендж заключается в следующем. Каждый из вас должен будет надуть как можно больше жвачный пузырь. И у кого он получится больше, тот и получит бонус. Так. Держи червячка. Так, держи. Прям какая я люблю. Ну, вкусно. Я даю ребятам ровно одну минуту для того, чтобы они смогли ее разжевать и подготовить для надувания пузыря. Ну, у меня больше шансов, потому что Камиль не умеет надувать пузыри, а у меня в этом большой профессиональный опыт. Да, кажется, я подушку вообще не получу, потому что я не умею надувать пузыри. A few moments later. Ну что, прошла ровно одна минута. И выбирайте, с кого начнем. Ну, с тебя. Первый надувает Тёмыч. Так, ну что, Тёмыч, у тебя 3 попытки. Точно 3, да? Точно 3, хорошо. Не больше. Думай о подушке, думай о подушке. Первая попытка. Неплохо. Я предлагаю тебе не надувать его до самого конца, потому что он лопается, и ты останешься без подушки. Хоть какой-то... Надо продержать? Надо его продержать, конечно. Так.
Так, 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 так. Четыре пальца. И последняя. И последняя попытка. Это однозначно больше был, но он, к сожалению, лопнул. Теперь посмотрим, да, что нам покажет Камиль. Но не получилось. Жвачка прям взлетит и полетит. Это первая попытка, теперь вторая. Ты заснул? И... Я же сказала, что она вылетит. И я поздравляю тебя, тебе будет сейчас безумно комфортно. Спасибо, спасибо. Я надеюсь, что ты вообще не захочешь отсюда уходить. Да. Ну спасибо. Как? Твои ощущения? А, нормально. Удобно? Шея как? Шея нормально. Вот бы еще массажик, скажи, да? Да, был прикольно. Массажик тараканов под песком. Так, не наговаривай, пожалуйста. Ребята, у меня для вас супер предложение. Одеть шляпки на головы. Не, пожалуйста. Мне. Мне. Не, пожалуйста, я уже голову поставлю. Пожалуйста. Видишь, что захотели? Шляпки просто так я вам не отдам. Нет. Вы должны выиграть у меня их в ЦУЕФА. В ЦУЕФА? Мы уже закопаны в песок. Как? Я не понимаю, а как мы это сделаем, если руки в песке? Непонятно. Ребята, не парьтесь. Вы будете играть в ЦУЕФА ртом. Я буду говорить ЦУЕФА, а вы должны будете успеть сказать камень, ножницы или бумага. И тот, кто выиграет, тот получит замечательную шляпу. Прям как магазин на диване. ЦУЕФА! Камень! Ай-яй-яй! 1-0 в пользу Тёмыча. ЦУЕФА! Ножницы! 1-1. ЦУЕФА! Бумага! ЕСЬ-ФА! 2-1. ЦУЕФА! Фа! Камень! 3-0! Ой, 3-1! Да это не важно, ты выиграл шляпу, чувак. Выбирай, какую? Так, ну, мне больше по душе вот та. Вот эта, с бретельками? Да. Смотрите, какой милый. Скажи, зато хорошо, солнце не печет. Да, да. Зато у меня шея в комфорте. Правда, голову подпекает. Ну что, на этом наш челлендж подходит к концу. Я попрошу вас обязательно поставить лайк и подписаться на наш канал. А также не забывайте про наши соцсети. Это Лайк, ТикТок и Инстаграм. Всем пока! Пока! Так, ну что, ребят, давайте откапывать вас. Давайте. Мумия! Ну нафиг эти челленджи. 3. Куда ты пойдёшь меня? Как классно! Ох, я весь промок. А, это же я на море купался.